Утром примерно в 9:30 авария произошла на углу улиц Ельшебек-Батыра и Турикулова. Здесь столкнулись автомашины Toyota Camry и инкассаторский фургон ГАЗ «Соболь». По словам водителя фургона, он ехал по главной дороге улице Ельшебек-Батыра, когда справа с Турикулова вылетела Toyota. На этом перекрестке нет светофора, и проезжать этот участок дороги водители должны, ориентируясь на знаки приоритета. К счастью, в этой аварии никто не пострадал, но автомашины понесли значительный материальный ущерб. Чья страховая компания будет его возмещать, решит административный суд. В ходе наблюдения за дорожной ситуацией в городе видеокамеры Центра оперативного управления полицейские зафиксировали нарушения, совершенные водителем автомашины ВАЗ. Проезжая перекресток, он не пропустил пешеходов, переходивших дорогу на зеленый свет. Полицейские попытались его остановить, но водитель, игнорировав требования стражей порядка, скрылся с места нарушения. Объявив план перехват, сотрудники дорожно-патрульной полиции нашли автомашину и доставили в один из стационарных пунктов. Там ему предъявили видеодоказательство нарушения, после чего заполнили на него административный протокол. Сотрудники Альфа-Арабийского РУВД задержали преступную группу, подозреваемую в серии автомобильных краж. По словам полицейских, они промышляли хищением запчастей с автомашин в ночное время. На сегодня группа, состоящая из 4 человек, подозревается в совершении 80 краж. Түнгі уақытта ауа райының қолайсыздығын пайдаланып, көп қабатты үйлердің алдында тұрған автокөліктердің капотын бұзып ашып. Ночью, пользуясь плохой погодой, они вскрывали капоты автомашин, стоящих во дворах многоэтажных домов, и снимали детали. После этого запчасти передавали знакомым, который их реализовывал у себя дома. В ходе оперативно-розыскных мероприятий у подозреваемых изъято свыше 80 запчастей автомашин, в том числе аккумуляторы, вольтометры и другие вещественные доказательства. Часть похищенных запчастей задержанные сдавали в пункты приема металла или реализовывали на базарах. Сейчас по этим фактам полицейские возбудили уголовные дела по двум статьям 188 и 262 Уголовного кодекса – кража и организация преступной группы. Задержанные заключены в изоляторы временного содержания. Примерно в полночь крупное дорожно-транспортное происшествие полицейские зарегистрировали на проспекте Кунаева. Здесь столкнулись автомашины Opel и Mercedes-Benz. В результате аварии есть пострадавшие. Одного из участников ДТП врачи госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. Как рассказали очевидцы, автомашины шли во встречных направлениях. И столкновение произошло в тот момент, когда водитель Mercedes-а, поворачивая налево, не пропустил встречный Opel. Бір жұртта тоқтатта, ары қарай дальше газ басу керек.